нам с собой, то работать мы будем не с мозгом, а с бессознательным. Мы будем работать исключительно с символами. Нам не нужно объяснять, про какие ситуации мы говорим. Нам не нужно объяснять, что именно мы имели в виду, когда говорили, например, что я не хочу этим быть, но почувствую, что иногда страчиваю, да? Не нужно это объяснять. Нам нужны символы. Символ чем хорош, что он очень емкий. Символический язык, он очень древний. И это тот самый язык, на котором с нами говорит наше бессознательное. Или, может быть, даже какое-то коллективное бессознательное. Это то, что мы не всегда знаем, не всегда можем объяснить, но то, что присутствует. К любому символу нужно относиться, просто принимать его, просто иметь в виду, что он есть. Итак, у вас будет 6 состояний. Какие яркие маркеры у нас вообще. У нас будет 6 состояний. И давайте, чтобы не тратить время на демонстрацию, или тратить время на демонстрацию, скажите. Точно так же, что будет? Ну, точно так же, но только там, здесь нам нужно что-то... Ну, точно так же, демонстрация такая. Вот Ира хочет демонстрацию, Ира и пойдет на демонстрацию. На демонстрацию. Да, сейчас мы это сделаем. Давай. Все, вот так, сейчас. 1. Мы сделаем ее сейчас краткой, для чего? Для того, чтобы... На самом деле процесс этот может быть достаточно длительным. Потому что работа с символами, она всегда подразумевает некое погружение в себя. И поэтому то, что мы сейчас сделаем, это будет такой экспресс-метод, а ты потом с кем-то доиграешь. Mm-hmm. Хорошо? Да. Mm-hmm. Иди сюда, Камиль. Мы сейчас не спрашиваем никакого контекста, ничего. Нам ничего не нужно. У нас есть прекрасный человек, который является носителем всех этих 6 состояний. И фактически мы просто поможем этому человеку проинтегрировать эти состояния, для того, чтобы они не были разрозненными. И интеграция этих состояний даст возможность создания новой идентичности, новой, более зрелой, более эволюционирующей, более осознанной. Угу. Готово? Угу. Отлично. Так, давай ядро. Потенциал, как мы там сделаем ограничение. Сюда положим пока. Граница. Угу. Я хочу, чтобы ты, вот как только ты наступишь на этот листик номер 1, это твое ядро, чтобы ты... Давай, наступай. Расстегни руки. Ничего не нужно делать. Просто позволь своему телу. Просто пребывай здесь. Ядро – это то, чем ты всегда была, всегда будешь, что бы ни произошло. Та часть тебя, которая не заявлена в тебе. Может быть, ты не знаешь ей название, и это совершенно не важно. Она гораздо мудрее, древнее, чем все слова. И просто позволь прийти из своего бессознательного к какому-то символу. Ядро, то, чем ты всегда была, всегда есть, всегда будешь, это что? Что? Возьми какой-то визуальный образ, или какое-то ощущение, или звук. Как только ты его получишь, то расскажи мне об этом. Мне почему-то образ возникает меня маленькой. Тебя маленькой. Да. Хорошо. Ты маленькая. Да? Маленькая девочка. Маленькая девочка. Что да. Делает маленькая девочка? Но она такая естественная и, не знаю, невинная. И такая, какая и есть. Вот. Такая, какая да. Есть. Вот она такая. Что-то делает или просто рад? Просто рад за жизнь. Там есть какие-то подробности в этом образе? Отлично. Хорошо, выйди, пожалуйста. Это какая у тебя рука? Правая. А это? А это левая. Отлично. А телефон твой на какие 3 цифры заканчивается? 3. 3. Все, спасибо. Хорошо. У нас есть следующий шаг, это потенциал. Это то, чем ты хочешь быть и можешь.
Я прошу тебя стать на этот листик и позволить себе, своему телу, своему бессознательному, позволить просто проявить этот символ. То, чем ты хочешь быть, все твое существо хочет этим быть. У тебя есть такая возможность. Это вода. Это вода. Вернее, река. Река. Угу. Хорошо. А ты рассмотрели? С порогами. С порогами. Угу. Она большая, да, широкая? Да, такая полноводная. Ух. Ничего себе. Скорость течения. Ну, скоро все, я поняла. Спасибо. Заметили, как тело еще, да, реагирует на это все? Итак, это левая рука, а это... Не путай меня. Не надо. 9,6. А первые три? 0,67. Нет, это... Ты меня заставишь сказать весь телефон. Зачем ты сюда пришел? Наконец-то сказать весь свой телефон. Публично, да? Публично. Хорошо. Третий вариант у нас ограничение. Да, пойдем туда, пойдем. Становись. И снова просто позволь своему телу подумать об этом. Тело тоже может думать. Тело разумно. Ограничение. Хочу быть, но никогда не стану. Очень хочу быть. Подожди. О, Господи, подожди, пожалуйста. Хочу этим быть, но никогда не стану. Не надо знать. Просто позволь своему телу проявить этот символ. Есть такие ситуации, такие моменты в жизни, когда мы четко понимаем, это уже недоступно. Возможно, у нас другой путь или еще что-то. Но это, как бы нам не хотелось, нам уже недоступно. Что бы это мог быть за символ? Можно про себя подумать. Так и сказать. Сказать символ. Скажи просто, что ты можешь не слишком вдаваться в детали. Нормально. Да, хорошо. Отлично. Солнце. Это солнце. Оно так далеко, я не могу. Оно так далеко, и я не могу. Хорошо, давай, приходи. Приходи. Скажи мне, пожалуйста, это какая нога? Левая. Она твоя? А это? Это не нога. Это рука, и это тоже рука. У тебя красивая красная ниточка, и сейчас на твоих часах. Смотри, пожалуйста. 20 минут. Спасибо большое. Хорошо. Мы сейчас пойдем туда. Да. Заходи. Граница. Есть такие состояния. Я не хочу этим быть. Никогда не буду. Позволь своему телу найти этот символ. Погрузись внутрь себя. Своё внимание. Я не хочу этим быть и никогда не буду. Ну, мяч, который пинают. Мяч, который пинают. Хорошо, выходи. Ты знаешь, какие вопросы я могла бы тебе сейчас задать? Это правая, левая. Руки, телефон? Руки. Телефон? 67. Ага, все хорошо. Ну, видишь, как. Какая обучаемая? Слово? Обучаемая не то слово. Давай, иди. Что? Это изъян. Изъян. О, Господи. О, Господи, изъян. Не хочу этим быть. Не боюсь, что могу сказать. Пускай плечи, расслабляй свое тело, дыши вот сюда. Позволь своему телу проявить этот символ. Немощная старушка. Немощная старушка, да? Немощная. Угу. Хорошо. Господи. Что? Который час? 22. Смотри, как время бежит. Вообще. Ну что? Да. Да? Да. Пойдем, пойдем, это тень. Тень. Да. Снова дыши. Тень. Не хочу быть, но всегда буду. Не хочу? Не хочу быть, но всегда буду. Это та часть, которая всегда будет. Возможно, она тебе неприятна. Возможно, ты с ней не соглашаешься. Но где-то в глубине души ты знаешь, ты всегда будешь этим. Спасибо.
Хорошо, снова погрузись внутрь себя. Дыши вот сюда. Тень. Я не хочу этим быть, но всегда жертва. А жертва, вот та, которая, о которой ты здесь подумала, это просто слово или там был какой-то образ? Не было. Там было просто слово. Было слово жертва. Хорошо. Этого достаточно, в принципе. Давай берем. Классики ты шедрала здесь? Угу. Обрези ночь. Угу. Хорошо. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Отлично. Ты хорошо. Про плечи расправлены. Хорошо, конечно. Ир. Шесть состояний. У тебя красивые символы. Мы сейчас пойдем, и я попрошу тебя, я тебе напоминать твой образ. Угу. Ты будешь его испытывать и переносить в каждую новую клетку, как бы их нанизывая друг на друга. Они будут интегрироваться. И когда мы с тобой дойдем до шестого образа, угу, они все соберутся, и мы пойдем снова в первый. Угу. Это будет твое ядро. Да. Ядро. Это то, чем ты всегда была, и всегда будешь. Маленькая девочка, такая естественная, с хвостиком. Я хочу, чтобы этот образ прямо сейчас переносила во вторую клеточку, там, где потанцевал. И вот эта маленькая девочка с хвостиками, и в то же время река, бурлящая с порогами. Замечай, как меняется образ. Как их нанизывают? Они пусть сами нанизываются. Удерживай их воду. Что происходит, что меняется? Ну, как-то они так дружатся. Угу. Маленькая девочка. Угу. И река. Угу. Удерживай их вместе. Держи. Угу. И мы пойдем сейчас в третий образ. Это ограничение. И солнце. Угу. Отличная картинка получилась. Угу. Девочка такая естественная, бурлящая река с порогами, большая, широкая. Угу. Солнце. Далеко. Отлично. Угу. И мы идем в четвертую позицию и удерживаем все это. Не хочу быть, никогда не буду. Напомню. Что там будет? Не помню. Не помню. И никогда не буду. Что происходит с образом? Не помню, каким я хочу быть. Хорошо, маленькая девочка. Да, и отлично. И солнце. Солнце, я не знаю, где я хочу. Да? Угу. Не помню. Правда, не было ужасно? Ну, не надо. Тебе говорит, помню. Мяч. Мяч, который пинает. Мяч. И мяч, который пинает. Девочка, река, солнце, мяч, который... Нормальный мяч. Нормальный мяч? Угу. Ну что, пойдем дальше. Не знаю. Не хочу, но не боюсь, что он растет. И это тут выпадет. Все сложилось. Все сложилось? Угу. Еще не все. И все это переносил. И жертвы. Помогли. Замечаю, что происходит, как картинка с двумя образами. И жертва. Что меняется в картинке? Ну, как раз и полосинала. Угу. А что-то появилось на вас? Ну, тень какая-то. Тень какая-то. Угу. И это все удерживаем. Пойдем с тобой снова в первую эту позицию. Всю эту картинку. Маленькая девочка. Река. Солнце. Мяч. Снимочная старушка. Жертва. Маленькая девочка. Все вместе. Замечай, пожалуйста, что происходит с этим образом, как он трансформируется в что-то. Какие ощущения у тебя в теле? Ну, какой-то целостность. А какой-то картинки? Картинки. Что с картинкой? Ну, в общем-то, она есть. Она не рассыпана? Нет.
сознание сейчас не рассыпается. Скажи, не хочется отдохнуть? Нет. Нет? Хорошо, не стоит. Ощущение в теле какое? На плечи что-то давит. На плечи что-то давит? Это большая белая резина. Хорошо. Все. Все. Ходи. И что это было? Да я не знаю, садись пока. Посидим уже. Можете все посмотреть на Юлю. Можешь посмотреть на тех, кто тебя не видит? На тех, кого? Кто тебя не видит. Не видит? Да. Лицо. И там еще два человека, которые тебя не видят. Вот. Хорошо. Скажите, видите изменения какие-то? Да. Так не видно.